В регионе стартовала профилактическая акция ГИБДД под названием «Тонировка». 70 водителей уже получили штрафы за тонированные стекла. 45%, видите? Массовые проверки автолюбителей прошли почти во всех районах города-героя. Всего за несколько часов сотрудники ГИБДД и дополнительные наряды ДПС остановили 71 водителя с тонировкой не по ГОСТу. Для водителей, управляющих транспортным средством с тонированными передними стеклами, предусмотрен штраф в размере 500 рублей. За повторное правонарушение предусматривается штраф 2000 рублей, либо арест. Также сотрудники ГИБДД выявили еще около сотни нарушений правил дорожного движения. Нарушения, допускаемые данными водителями, в первую очередь показывают их открытое пренебрежение к правилам дорожного движения, а во-вторых, позволяют им скрывать другие нарушения, непосредственно влияющие на состояние аварийности, такие как неприменение ремней безопасности, управление транспортным средством во время разговора по телефону. Госавтоинспекция Волгоградской области предупреждает всех водителей о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Инспекторы ДПС провели с водителями профилактические беседы о важности соблюдения правил дорожного движения, раздали памятки с информацией о распространенных видах дистанционных мошенничествах и мерах противодействия им.